В Московской области с начала года к газораспределительным сетям региона подключились более 10 тысяч жителей. Протяженность газопроводов, построенных в рамках технологического присоединения, составила 328 километров. Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов отметил плодотворность сотрудничества газовщиков и муниципалитета. В 2020 году нами совместно реализовано несколько больших проектов. В первую очередь это газификация микрорайона Высокие Жаворонки и села Шарапово. Только в одном Шарапово доступ к газу получило более 1500 человек.